стояли, ларька стояли. А Змей Горынычи одолевали. Книжки читали, а много мечтали, хоть мечты не сбывались. А все ж не унывали. По усам текло. А в рот не попало. Впрочем, давайте-ка начнем сказку сначала. В давние времена, когда на небе была и сыра луна, молочные реки. А величайшей добродетелью была забота о человеке.